Добрый вечер, уважаемые слушатели! Наконец наступил день, который очень ждали многие жители нашего города. Сегодня мы открываем первый всероссийский фестиваль ударных инструментов «Музыка ритма». Три фестивальных дня, три ярких, незабываемых вечера, три разнообразнейших программы, которые подарят нам интересную музыку и множество открытий. Но самое главное – это долгожданная встреча с ведущими исполнителями нашей страны, играющими на ударных инструментах. И сегодня на этой сцене наши гости из Красноярска – Siberian Percussion Group под руководством Сергея Газизулина. Музыка и ритм — это то, что объединило всех нас в этом зале. Любовь к ударным инструментам и жажда новых впечатлений — это то, ради чего мы приходим на концерты фестиваля. И мы надеемся, что эти программы оставят вам только яркий след и принесут самые положительные и приятные эмоции. Программа концерта Siberian Percussion будет состоять из двух частей. Естественно, мы услышим великое многообразие ударных инструментов сольно, в ансамблевом исполнительстве. Преимущественно это будет во второй части программы. В первом же отделении концерта мы услышим совместное выступление музыкантов и известных артистов города Новосибирска, что, по словам исполнителей, добавило такую интригу и даже послужило дополнительным стимулом к подготовке этой программы. Вообще, мне кажется, что программы фестиваля «Музыка ритма» перевернут ваше представление об ударных инструментах. Мы услышим, как органично их тембр переплетается со звучанием других инструментов, порой даже неожиданных для нас. В 2015 году состоялось сотрудничество Siberian Percussion Group и солистки струнного дуэта «Резонанс» Новосибирской государственной филармонии Натальи Кравец. Это была очень яркая, интересная программа, которая осталась в памяти и исполнителей, и слушателей. И, конечно, было принято решение однажды повторить этот творческий союз. И вот спустя 4 года такая возможность предоставилась. И сейчас на эту сцену выйдут очаровательные девушки струнного дуэта «Резонанс», лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Наталья Кравец, мандолина, и Яна Повольских, гитара. Thank you.
Сегодня артисты хотят показать слушателям не только многообразие ударных инструментов, но и их сочетание, но познакомить вас с именами тех исполнителей и композиторов, которые сыграли огромную роль в становлении этих инструментов. Надо сказать, что ударные совершенствуются до сих пор, появляются новые их виды. И вот для того, чтобы искусство игры на этих инструментах было также высоко, а главное популярно, необходимо исполнять не только ту музыку, которая была написана когда-то, но и те сочинения, которые, что называется, идут в ногу со временем. Довольно часто исполнители на ударных инструментах сами же являются и композиторами. И вот один из них, Натан Доутри, его называют музыкальным хамелеоном, потому что кажется, ему под силу сделать все, о чем бы его ни попросили. Написать музыку легко. Самому сыграть сольно или в ансамбле тоже не составляет труда. Приехать в любой университет мира, прочитать там лекцию и проиллюстрировать ее на ударных инструментах тоже запросто. Поэтому неудивительно, что он является обладателем огромного количества престижных музыкальных наград, и сегодня его музыка звучит в разных частях нашей планеты. Вот и в нашем концерте мы слушаем композицию Натана Доутри под названием «Twitch». Солистка, лауреат международных конкурсов Маргарита Аунс, кларнет.
Исторически сложилось, что музыку для ударных инструментов пишут преимущественно зарубежные авторы, чаще всего американские, но тем ценнее будет в нашей программе следующее произведение нашего земляка, сибиряка, красноярца Владимира Кошелева, который написал порядка 10 сочинений специально для Siberian Percussion Group. Если вы являетесь поклонником телеканала «Культура», то там вы слышали его музыку. Обратите внимание на некоторых ребят, которые находятся на сцене. Они входят в состав квартета, который участвовал в уникальном проекте «Битва квартетов», «Квартет 4×4», и они вошли в финал. Я думаю, это достойно аплодисментов. Сегодня впервые на этой сцене будет звучать музыка Владимира Кошелева «Влюбленные звезды». Солист Даниил Васильченко, орган. Thank you.
Сейчас мы услышим ирландскую музыку, и надо сказать, что ирландская музыка — это та музыка, которая в нашей стране с каждым днем становится все более популярной. Мы знаем, что даже в Новосибирске проводятся различные фестивали ирландской культуры. И мы понимаем, что культуру этого народа невозможно представить без разной атрибутики. Вот что касается музыки, то, конечно, в первую очередь это такие инструменты, как скрипка, отчасти это духовые, флейта. Но а то, как это будет звучать в сопровождении ударных, мы сейчас узнаем. Ирландские танцы. Солисты Александр Лабай — флейты, Ольга Поляк-Брагинская — скрипка. Выйдет исполнитель, о котором мне бы хотелось сказать особо. Если бы не он, то всего, что происходит здесь, на этой сцене, всего этого бы не было. Этот музыкант хорошо знаком всем поклонникам Novosibirsk Percussion Group. Его знают по концертам Академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Он одинаково хорошо владеет игрой на любом ударном инструменте, но по его признанию сердце принадлежит маримбе. Для маримбы, для этого исполнителя, специально написал свою музыку польский композитор Доминик Козицкий. Произведение называется «Латинские танцы», оно сейчас прозвучит. Под ваши аплодисменты я приглашаю на эту сцену художественного руководителя фестиваля «Музыка ритма». Встречайте, Сергей Нохрин!
Thank you.
нашей программе Пэт Мэттани. Это виртуозный гитарист, обладатель премии Грэмми. 20 раз он стал победителем. Причем 10 раз в различных номинациях, что является рекордным числом. Но надо сказать, что его музыка настолько популярна, что по статистике считается, каждый день какая-нибудь одна из его пьес обязательно звучит в одной из стран мира. Ну вот получается, что сегодня, видимо, очередь за нами, мы не будем нарушать эту статистику и послушаем его композицию «The First Circle». Но для того, чтобы она прозвучала, я хочу пригласить на эту сцену исполнительницу, чье имя, думаю, не нуждается в специальном представлении. Обворожительная певица Елена Забарская.
Ну что ж, вот так незаметно мы приблизились к финалу первого отделения концерта. Завершит его композиция Энди Смита «Лаллапалуза». И я приглашаю на сцену квартет духовых инструментов. Иван Карабань – труба. Заслуженный артист России Олег Галюнов – тромбон. Евгений Ранг – тенор-саксофон. Заслуженный артист России Андрей Турыгин – альт-саксофон.
Во второй части программы будет звучать музыка современных исполнителей, композиторов, педагогов, преимущественно американских, которые всячески экспериментируют в своих партитурах, пишут для различных составов. Мы будем слушать и музыку, написанную специально для ударных, и переложение классических произведений, которые зазвучат по-новому. Открывает вторую часть концерта музыка уже известного вам, Натана Доутри, «Power Struggle» — «Борьба за власть». На сцене Siberian Percussion, руководитель Сергей Газизулин. Thank you.
Бывает так, что композитор пишет музыку, и она не сразу находит отклик в слушательских сердцах. Для этого должно пройти какое-то время. А бывает и наоборот, что после первого исполнения это произведение, что называется, попадает в десятку. Так было со второй частью 7-й симфонии Бетховена. После того, как он исполнил это произведение, публика аплодировала. Аплодировала после второй части и просила повторить ее на бис. Конечно, мы понимаем, что музыка — это универсальный язык, который не требует расшифровок, перевода. Для нее нет возрастных границ, каких-то культурных ограничений. Музыку любят все, вне зависимости от пола, цвета кожи, вероисповедания, религии и так далее. И сейчас мы предлагаем вам немножечко похулиганить, поэкспериментировать. Давайте представим, если бы Бетховен жил в Гаване, какую бы музыку он писал, находясь под палящими лучами кубинского солнца, в окружении национальных танцевальных ритмов, мелодий. Трудно представить. Я думаю, сейчас вам помогут в этом музыканты. Белла Флэк, Бетховен в Гаване. Thank you.
еще одно имя американского исполнителя и композитора Пол Джей Бэ, который пишет музыку для различных составов, в том числе для ударных инструментов. Его композиция под названием «Мантуносис». Следующее имя в концерте — Даниэль Монтойя. И надо сказать, что он не играет на ударных инструментах, но он очень любит их звучание, а также звучание духовых, поэтому большую часть своего композиторского творчества он посвящает именно этим инструментам. В 2003 году он создал картинную изобразительную пьесу под названием «Шоссе». Это очень интересная музыка, вы сейчас в этом убедитесь. И действительно, слушая ее, можно представить либо какой-то фрагмент из фильма, может быть, погоню, волнение. Ну, одним словом, автомобиль, дорога. А дальше уже полет вашей фантазии. Давайте послушаем и представим. Даниэль Монтойя, «Шоссе».
каждому меломану знакомо чувство насыщения той музыкой, которая есть у него. Хочется ярких впечатлений, новых открытий. И вот если вдруг вы испытываете такие чувства, то я думаю, что музыка следующего артиста по имени Яни вам должна прийтись по душе. Его полное имя Яни Хрисомолис. Он грек по происхождению, но уже много лет живет в Америке. Сегодня имя этого мультиинструменталиста в нашей стране не так известно, но на Западе он является настоящей звездой, собирает целые стадионы поклонников. Сейчас мы услышим одну из самых ярких и интересных, и, как ее называют еще, хитрых пьес, которые исполнить берутся далеко не все музыканты. Почему? Да потому что у нее постоянно меняется размер, а это достаточно трудно для исполнения. Но для Siberian Percussion нет ничего невозможного. Итак, Яни, Marching Season. Thank you.
Сейчас прозвучит музыка, которая, я думаю, не нуждается в специальном представлении. Вы узнаете ее буквально с самых первых нот. И вот что интересно. Артисты Siberian Percussion настолько яркие и настолько универсальны, что, кажется, они могут играть на всем угодно, на всем, что попадется им в руки. Итак, Крис Брукс, Офенбах против Листа. Siberian Percussion. Продолжит программу музыка Криса Крокарла. И здесь хочется особо сказать о нем и о Крисе Бруксе, чье произведение вы сейчас услышали. Дело в том, что это очень знаковые фигуры в становлении развития музыки для ударных инструментов. Они сами первоклассные исполнители. И вот что они сделали. В 90-х годах они открыли собственное издательство, где печатают не только авторские произведения, но и музыку композиторов, пишущих для ударных, а также различные учебные пособия. Естественно, благодаря им сегодня эта музыка и эти пособия есть во всем мире. Итак, мы слушаем музыку Криса Крокарла «Глитцвиль». Thank you.
по-моему, пьеса виртуознейшего гитариста Джона Петруччи. Вы знаете, исполнение его произведения — это такой своеобразный маркер высочайшего профессионального уровня артистов. Итак, Джон Петруччи, Acid Rain. Подходит к концу первый день нашего фестиваля, и программу сегодняшнего концерта мы бы хотели завершить известной композицией Эдгара Винтера «Франкенштейн».
Ваши аплодисменты. Наши гости из Красноярска. Сайбериан Перкашин. Художественный руководитель Сергей Газизулин. Сайбериан Перкашин, Сергей Газизулин.